А ты прошка будет сидеть на твоем стриме и такая, чё он говорит? Чё он говорит, гад? Да. Нет. Я у лачуги, ну там недалеко. Траппер. Траппер. Окей. Трап увидел просто в амбаре. Слышал, надеюсь, что этого траппера нет инсидиуса. Ты еще не знаешь, есть у него или нет. Я надеюсь, что руина нет, я нет. Говорю. Руина нет, значит какая-то другая подлянка. Я говорю, инсидиус. Че ты? Ну траппер с инсидиусом прикольная штука, на самом деле, весело играть. Я играл на биле с инсидиусом, вот это клево. Так там. На любого, в принципе. Не-не-не, забили, ты просто стоишь за углом у подвала. И как только заходит кто-то в подвал снимать выжившего, ты его просто распиливаешь и относишь туда же. Блин, стрёмно как-то, потому что обычно ман чекает амбар в начале игры. Ну, амбар говнище, блин, вообще не люблю амбар. А, вот. Ну, в амбаре легче всего пикать этих выживших. Поэтому я хочу вначале завести амбар. Самый бесячий геник в нем находится. Обычный зак... Ну, на этом генике все ложатся, но... По крайней мере, в моих играх. Амбар, он... очень хорош для политлупа. Ну, наверное. Не наверное, там легионом я пытался, я два раза догнать, и я ни разу не догонял. Там просто очень сломанная локация. Можно от маньяка все 5 генератор бегать, если захочется. Ты заводишь геник? Ну я завожу около лачуги. Но он тут ошивается, мешает. Я попробую в центре геник заводить. Слушай, я тут сейчас что-то внезапно вспомнил, потому что у меня горло подваливает. Ты пробовал такие сосательные конфеты в форме шариков и фруктов? Они еще очень-очень кислые. А, да, понял. Ты про кислинки, что ли? Да-да-да, они вроде кислинки называются. Пробовал? Да, да. О, красава, я думал, ты совсем там... пещерный человек. Я что-то 100 лет их не ел, я их даже не видел-то уже 100 лет. А их вроде из производства сняли. В смысле, за что? Не знаю. Блин. Мне они нравились, они тут такие кислые просто. М-м-м. Это ты что ли его троллишь? Да флеш. Да что ты траппера Куна троллишь? О, он сейчас там трапы наставит, траве вообще не увидит. Кто-то псих пошел его спину. Это я. Спасибо за псих. Ну, 2 геника осталось. Главное на трапку не сесть. А я что-то вообще не вижу, где он расставляет трапы. Ни одной не видел. А вот. Может он... Челик. Может Челик он тригены дефает? Не-не-не-не-не. Блин, сейчас попробую. Какой-то странный траппер очень. Блин, не жопа. Он пошел за этим. За надо заводить геник быстрее. Ты я заводишь завожу, геник? Я завожу, завожу. Который в траве? Не-не-не, который на краю карты. Блин, в каком он на каком на краю карты? На противоположном конце от того, где сурф упал. А, понял. Иду к тебе. Или у тебя там чуть-чуть осталось? Не-не-не, у меня еще долго, 75% еще. Да, привет. Надо быстрее завести. Потом ты пойдешь его спасать, я пойду открывать ворота. Это, конечно, рофл, но... У меня волосы как у Джеффа.
волосы вот там с боков свисают, как лапша доширак какой-то, на минимальных настроить. Вот у меня так же. Я, видимо, по жизни на минимальных. Ну ладно, я пошел тогда открывать ворота. Я к другим сбегаю. Ой, Трин. Я вижу, вижу. Уходи. 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 А, беги. Я дал свою жизнь за тебя. Блин, дурак. Я дал свою жизнь за тебя. У него наед еще. Умер. У него еще и наед. Это было неожиданно. Я руин. Я вижу, я вижу руин. Он знаешь где? Yeah. Вот я лицом на него смотрю, он там вот за теми кусками сена. Ты не в ту сторону. Та тварь сбежала уже. Да-да-да, он сейчас к вам пойдет. Я бегу к тебе. Ой, блин. Трэпер идет мне. Кемпинг? Трэпер идет мне сосагио делать. Закладывает, бежит. Я у тех ворот, где я сейчас... Я бегу к ним, но он закладывает, бежит. Я сейчас делаю тупой мув, короче, прощай, если что. Я ломаю ему наед. Блин, ты у меня лагает. Блин. Я умираю. Ну все, я довыпендривался. Сейчас, подожди. Не подходи. Тебя возьмет? Не, он меня не возьмет. Погоди, я подползу. Уйдите оттуда. Ползи ко мне. Сейчас убью. Клодет! Да чел, дурак. Он идет, бегите! Но она тупая. Она, вот она просто все испортила. Прости, Дрин, она все заруинила. Она просто идиотка. Он за тобой идет. Прости. Да я вижу. Я сдохну. Чё? Блин, прости, Дрин. Да ты тут при чём? Ты эта идиотка виновата, тупая. Чел заруинил игру. Мы бы сейчас могли выиграть, если бы он просто не... Господи, он бы просто даже не заметил. А я первый раз же вешу. О, я, может, спрыгну. Ну, конечно, не спрыгну. Ну ты меня еще, блин, кемпи, иди забери эту кладету уже. А, он думает, что она пошла к выходу. Это ГГ. Чувак! Чувак, ты это видел? Повезло. Где на черта смор, когда он так нужен? Ну сегодня такие моменты просто. Молодец. Умничка. А это сейчас двойные блудпоинты? Не, двойные блудпоинты со второго по шестой будут. Молодец. Я еще и фонарик даже. Ты посмотри, что чувак написал. Фига мы его затильтовали. Так, секунду, я переключу нас на Россию. Так, все, Россия. Ты тут, Дрин? Да. Ну, ну все, вроде. Ты посмотри, что чувак пишет в чате. Я-то уже вышел, но если посмотреть. А, ну он, короче, написал, типа, очередной нормальный день в ДБД, очередные эти токсики, генрашеры русские. А при чем тут это вообще? Я вообще тоже не понял, в каком месте я токсик или генрашер? У меня даже тулбокса нету. Чувак! Прикинь, Кладетта тоже сбежала! То и сбежала? Она в люк сиганула! Чего? Она в траве нашла люк, когда я ушел, люк открылся, она сиганула, а трапер-то за мной пошел.
Я представляю, как у него сгорело, потому Да что хуя он же говорю, у него задница сгорела, он написал, что мы типа токсики, русские генрашеры. Я вырежу, пожалуй, этот матч тоже, потому что токсик тупой генрашер русский. Но на самом деле все бы обошлось, и мы бы так не напрягались, если бы чел не заруинил просто. Ну блин, я спрыгнул с первого раза, это... Так, и это все равно, это тебе повезло. А если бы ты не спрыгнул, вы бы оба сдохли. Потому что чел заруинил чек. Ну да, вот если бы он не заруинил, я бы, скорее всего, задоджил с помощью дедхарда, хотя, может быть, не успел бы восстановиться. Да нет, там спокойно мы бы выиграли.